У Сьерры РП механа, у ТГ наоборот. Ага. Автоматическую стрельбу, как на КДГМС. А у нас сейчас ее не было, да? А у нас сейчас ее не было. Ух, ебать! Нас ждут великие смешнявые дела! Ебаные, бы захватили боксы. В смысле? Смыли! Скорее, иначе на серию механ работает на РП, а на ТГ механ на механ. А, ты кнопку нажимаешь, и оно стреляет, пока не отпустишь? Ебать, нихуя себе. Бля, антагониста бы больше завезли к нам, бля. Типа тени морфов. Больше режимчиков, понимаешь? Мим говорит, кстати, реально. Собака! Приветствую, товарищ лесник Иоводки. Вас, блядь, всех полупакеров надо нахуй выдрать, как мышей ебучих! А шо, красное не перерабатываешь? Мой дед воевал против коммунистов и погиб! Нахуй коммунистал! Нахуй! Так, погоди, блядь. Сейчас. Приоритетное оповещение. Приветствую экипаж. Бля, где можно мегафон взять? Надеюсь, наша смена нашли врага с ходу. Блин, где взять все рупор? Перед нами задачи со стороны Окнтруль. Первая из них — метеоритный щит. Гормов, Стефан Бажазин, капитан. Юнит, сможешь заняться починкой камер. Дорма где? А вот он, да, вот он. Блять, а чё у меня зависло? А дракон в качестве антагониста только не такой ебучий. Бля, прикольно звучит. Вообще тенеморфов надо, ребята. Ебать, охуенный режим был, один из моих любимых. Приветик.
оповещение от глава персонала с всем кандидатам на врё подойти на хоплайн. Отобраны будут лучшие. Ну, или те, кто придут. Есть еще шип-тест? Глава персонала могу. Да, это знаю. Погоним коммунистов с этой станции! Освободим ее от красного гнета и ебучего социализма! Да здравствуй, демократия! Нахуй власть советов! Нахуй ССП! Я, как представитель Натрезен на этой станции, сможем пройти и обсудить детали. Варден тоже, Локс. Нахуй ССП! Нахуй ССП! Нахуй ССП! Нахуй ССП! Блять, да ёпта! Прячь все ценное, если что. Нахуй ССП! Нахуй! Ёбаная рация! Выключись я! Слышь ты, коммунист! Вали отсюда! Для них у меня есть дробаш в связи. Йо. Тихо, как инженерии кого-то побили. Тогда можем пойти ко мне в кабинет. Уходи! 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 Чувак просто зашел в шум после работы в бар посидеть почистить за коммуниста, а его клоун доебывает. Всех воксов в бриге. Кого? Кого? Эти твари в бриге! Датчики в третьей никого не будут. Тогда я иду к вам! Эй! Блять, да чё с рацией, ёпта? Ты против воксов? С рацией. Да мне как-то пофиг на них. Иисус всех любит, типа. Пошли митинг устроим! Возле брига! Против воксов! Ну, погнали! Ребята, приглашаю всех на мирную демонстрацию к бригу! Все неравнодушные люди и прочее, приходите! Так-так. Привет, 85, здорово. Ребята, кто придет на митинг, получит 30 кредитов! Капеллан, срочно кого мне в кабинет? Че у вас уже там? Уже иду! А митинг? Меня зовут... А митинг? Ну, короче, у нас митинг! Прикольно. А на что митинг? Против воксов в СБ! На воксов. Но только пока тихо. Да. Понятно. А чё смотреть-то? Короче, парни. Как я скажу. А всё, за свет не заплатили. Кричим. Чего вы тут?
Приоритетное оповещение. Как был повышен в связи с деятельностью врагов корпорации под общим термином вампир. Да мы ёбнутые просто. Настоятельная просьба забей. Не ходить по техническим тоннелям и оказывать максимальное содействие службе безопасности. Степан Бажазин, капитан. Нахуй воксов! Нахуй! Свободно, СБ! Верните людей в ваши ряды! Мы хотим, чтобы нас защищали люди, а не бройлерные куры! А если они ведь начнут? Да они начнут. Мне да. нравится. Чё? Не парься! Только нам пизделей не дадут. Ребята, срочно все на митинг в бригу! Срочно! Да нормально все будет! Не парься! Ну, посмотрим. Ну... Итак, мирная демонстрация началась! Ой, спасибо. Привет, Тутук. Привет. КСТА. Сегодня еще будет нахуй раунд. Нахуй воксов! Нахуй! Свободно, СБ! Нахуй верните воксов! Людей в ваши нахуй! Мы хотим, чтобы нас защищали верните люди, людей а не бройлерные ряды! Куры! Мы хотим, чтобы нас защищали люди, а не бройлерные куры! Нахуй воксов! Нахуй воксов! Нахуй! Свободно, СБ! Верните людей в ваши ряды! Мы хотим, чтобы нас защищали люди, а не бройлерные куры! Нахуй тут на залупу! Возвращайтесь на тут на залупу! Наруд! Станция будет свободна для людей! Нахуй воксов! Все вместе! Нахуй воксов! Кричим все вместе! Нахуй вкосов! Воксов! Нахуй воксов! Нахуй воксов! Нахуй воксов! Свободу людям! Верните людей в ваши ряды! В ваши ряды! Построение квадрат! Займись ведро! Нахуй кики-кики! Нахуй вас, уебки! Люди в СБ! Люди в СБ! Люди в СБ! Так, мы защищаем права людей в бюджетных местах! Мы не будем кормить тут дозалуповцев! Мы защищаем права людей в бюджетных местах! Мы не будем кормить тут дозалуповцев! Чек Бригорио! Чак Бриго! Люди, не будьте равнодушны! Я! Люди, послушайте! Эти твари очерняют!
чтобы воксы возвращались на тут позолоку. Это куры! Они ебаные туда глупцы! Да, блять. Мы, блядь, не сдадимся нахуй. Ебать, реально, а хули так воксов много в СБ, блядь. Спасите нас! Всех. Они нас похищают! Забрать их, бабки! Да, привет! Заткнись, тут-то залупа! А по ней лор, вокс, УСБ, норм? А хуй его знает? Да вроде да. Эти воксы ебут людей! Они ебут и насилуют людей! Помогите! Что вы делаете? Бибистри! Это что, Каплинслеер? Суки ебаные! Спасибо, что напомнил. Ребята, всем к Бригу! Всех людей воксы садят! Побыстрее надо! И не только людей! А тут пиздец происходит, блядь. Сука. Магистрат незаконно! Пиздец, блядь. Что значит бунтует? Меня черный простит! Монетки! Это пернатый... Магистрат! Сука, не трогай! Тихи, когти! Я ловчу электрика! Мы против того, что бюджетные места в НТ! Заняли воксы ёбаные! Они вчера грабили рынки! А сегодня они нас защищают! Ну, суки же, настоящие! Выкиньте мясо! Охуеть! Батя, твой мясо! Мне на суп! Нет! Нет! Мы ничего не делали! Абсолютно нет! Мы ничего не делали! Мы скандировали! Будете оштрафованы, пыльнитки! По какой статье сидит клоун? Пыльник у тебя в жопе будет! Почему он без статуса? У него карты нет. Я тебя, сука! Жопу порву! Порву! Варден есть! Варден. Нет. Оповещение. Нахуй воксов! Нахуй воксов! Назначить всем отделом кандидата на Вриоа. Привет, Клоун. Глава персонала Молу. Конечно. Он же вампир. Она. Всех оштрафованных выкинут. Ну, будешь ждать. Да ебано. Где была ваша карта? Пэнда! Ты меня небось еще в первом поставишь. И врагом ты знаешь. Оба! Что это такое? Апокалипсис, хаздай? И почему уже вы арестовали его по 305 статей? Где статус?
потом учишь того. Воксы блядские! Статус не могли поставить. Жаль. Арест. Я тебе статус поставлю! Прочь, мясо! Стоять! Мясо! Мы не договорили. Куда стоять? Договаривайте! Отпусти меня, урод, блядь! Да просто за... Отпусти меня, Вокс! От тебя воняет! Куриным пометом! Тише, мясо! Что вы себе позволяете, Макс? Уволить их всех! Нахуй, нахуй, нахуй! Нахуй, нахуй, нахуй! Предлагаю попросить повара приготовить жареные крылья вокса, демонстративно их есть перед избранным. Так там уже кто-то принес. Там кто-то принес на стол, блядь. Ваша манера речи, гвардия. За людей! Звоните Нормандии нахуй! Расскажите, что вы делали и почему вам говорят, что 305 статья у вас. Нормандия, приди! Порядок наведи! Слава на Натрейзен! Смерть воксам ёбаным! Смерть воксам! Так! У нас была демонстрация мирная. А они начали нас бить, стрелять. И фрешки. Пум-пум-пум. Бум-бум-бум. Бум! Я понял. Понимаешь? То есть вас не устраивает? Боксы воняет. Состав СБ. Воняют! Да! Они воняют! Говном! Это ваше личное мнение? Ладно, давайте так. А вы нюхали? Нюхали их? Давайте договоримся. А вы понюхайте! Давайте договоримся. Я не вижу в этом нарушения политики НТ. Но... Слушайте! Они заняли все бюджетные места! Они получают наши деньги! Наши! Для кого я въебываю и плачу процент? Устроитесь в СБ и будете получать их деньги. Нет! Никогда, блядь. Давайте, вы не будете желать им смерти. Магистрат, освободите нас! Или грозится расправой. Так, мы же демократы! Я взял алоэ в анальный рапс, и теперь не только жопа горит, откуда на сыр. А, серьезно? Вы кодите сыр там? Сейчас. Какой срач. Им никто не желал смерти. Реально. Ты меня понял, клоун. Пусть возвращаются туда. Пан. Отлично. Откуда? Ебать, стул теперь может разбиться? Спокойнее. Мегафон спиздили! Суки! У вас штраф. Я не знаю. Дайте мегафон. Вообще, дайте мегафон!
Нужен мегафон! В статусе написано... Магистрат! Мегафон! Дайте мегафон! Протест. Да! Не съебайтесь! Вонючки вонючие! Воксы спиздили! Очевидно! Воксы подали уже. Вон тот. Я срал под твою дверь, блядь! На общем пиздите, ёбаные! Тут вам не тут-то залупа! Надо кричалки придумать, блядь, чуваки. Свою. По какой стати тазолопу? Так, Вокс на станцию пришел, но попал он мило, мимо. Кто отпустил? Где значит свободный Вокс? Ну ты пошутил. Какого черта? Вокс на станцию пришел, но попал он мимо. Мы его нахуй пошлем. Жить да, будем красиво. Вокс на станцию пришел, но попал он мимо. Мы его нахуй пошлем. Жить будем красиво. Вокс на станцию пришел, но попал он мимо. Мы его нахуй пошлем. Жить будем красиво. Вонючки, какие Вокс на станцию человека жареные. Не-не, надо такие кричалки, типа кричалочки. Бля, как сделать? Оле! Так и работает, христиан! Блять, магистрат какой-то. Оле, 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 оле! Мы жарим воксом поле! Ну, хоть какая-то веселуха на станции происходит. А ты чё, блять, тут вообще пиздец происходит. Может, у него любовница? Курица? Мы не курим, пьем. Все мы боксом жопу рвем. Вокс лайф. Бля. Бля. Замени. Меня попросили под угрозой. Вокс, дай смета. Ты предал Христа. Ничего не знаю. Не лучше Вокс мастай. Ты предал Христа. Сука, блядь. Сука, блядь! Ну давай, давай. Нападай. Тебя вообще кто выпустил? Гвардия! Во-во. В первую его! Приказ магистрата!
Блять, надо еще стихи. Вокса, мы домой пошлем! Тут-то залупа, это ваш дом! Если хочешь Вокса послать, то не забудьте нам взять дать! Пошел нахуй мясо! Сам иди. А вообще реально, что за курятник в СБ? Воксы, воксы, ебаные хуесосы. Да вообще. Бля, я не могу придумать. Я думал, будут нормальные сотрудники. Воксы, воксы, ебаные хуесосы! Не знаю, что за курятник, но ножки у них отпад. Это правда. Нарисуй Вокс Дайс Метер. Я сам видел. Или предал Христа. Ты забыл приписать, нет. Не напиши Вокс Маздай. Клуни. Не. Забыл. Тихо, крика. Тихо, крика. Тихо, крика. Скреки, тихо, тихо. Курица, блять. Так вот, зачем мне, как миссионеру на этой станции, выступать за чью-то сторону? Я лучше буду сидеть. Блять, смотрите, смотрите, почти хорошо, почти хорошо, почти, почти хорошо получилось. Привет, Вендетта. Ты поддерживай. Лучше, Вокс, ты лучше не слушай. Дай ему леща ногой, ёбни по лицу рукой. Лучше жоп кушать кокс. О. Во. Идеально. Слышишь, пахнет тут говной. Значит, Вокс, блять, за стеной. Хочешь сделать мир получше? Вокса, ты лучше не слушай. Дай ему леща ногой, ёбни по лицу рукой. Лучше жопой кушать кокс, чем на станции, блять, Вокс. Норм. Норм. Слышишь, пахнет тут говной! Значит, Вокс, блять, за стеной! Хочешь сделать мир получше? Вокса, ты вообще не слушай! Дай ему леща ногой, ем не по лицу рукой! Лучше жопой кушать кокс, чем на станции, блять, Вокс! Работник, ты мне что дал? А, блять, я не хочу, блять. Я хочу в этот. Слышишь, пахнет тут говной! Значит, Вокс, блять, за стеной! Хочешь сделать мир получше? Вокса, ты вообще не слушай! Дай ему леща ногой, ем не по лицу рукой! Лучше жопой кушать кокс, чем на станции, блядь, Вокс! Ты мне нахрен трибюни не напиши грошом, not better. Бля, как выбрать? А вот. А я не могу выбрать. Как мне букву выбирать? Выбирать. Вот сейчас сделаем, заебись сделаем. Так, и что теперь? Не видно клоня. Ща-ща. Ща-ща. У меня получилось. Слышишь, пахнет тут говной! Значит, Вокс, блять, за стеной! Хочешь сделать мир получше? Вокса, ты вообще не слушай! Дай ему леща ногой, ем не по лицу рукой! Лучше жопой кушать кокс, чем на станции, блять, Вокс! Ну, вообще, забавно получается. Думал, веселее уже не будет. Еще раз соберетесь, зовите. Ваксов, пиздим мы всегда. Будем пиздить до утра. Хули ты с
супа! Хочешь скушать моего супа? Этот супчик непростой! Как вебу тебя ногой! Улетишь ты навсегда! Твой дом залупа навсегда! Вокс, отправники из сети и голодных со станции, спаси, блять. Хорошо, хорошо. Звучит хорошо. Вокс, отправь, Накс! Детей голодных на станции спаси! Бокс это бокс! Нахуй идите! Гандоны! А че? Бля, я не понимаю, как писать... А, вот смотри. Окей. Развлекайся. Окей. А еще. Моя борьба. Подарочек тебе. Эппы, а где все уборщики? О. На всякий. О! Спасибо. Нам все не повезет, но уверен на всем, со свете сухо, жопу воксом живем легко, блядь. Сейчас, сейчас. Удачи тебе, воин. Красный, я тут захну. За свободу! Нахуй воксов. Нах эту залупу. Жесть. Пускай, блядь, спистр. Вот, прикати обратно, тут еще трактора распечатались. Нет, не дай бочку. Бля, ебать, я себя вандалом ощущаю, блядь. Ой, блядь, не то нарисовал. Бля, парни, это пиздец. Так что там, я вам был нужен? Пора устраивать движ в качестве инвентов станции. Да, такая очень удобная система баллончиков, ты сразу пишешь. А, нихуя, это круто, да. Поебать мне. Поебать мне! Когда говно в бриге? Понимаю. Да я проверить состояние моих любимых шахтеров. Если шахтер, то... Напишем так. Воксы, блядь, блин, гады, на станции не рады. Уберите эту грязь, воксов надо истреблять. Во, вот это хорошо звучит, фарфур. Воксы, блядь, гнилые гады! Им на станции не рады! Уберите эту грязь! Воксов надо истреблять! Вокса, пошли на KFC, детей на голодной станции спаси. Сейчас, сейчас, подождите, парни. Сейчас надо дописать. Я бы мог начать поход на вампиров по техам, но мне да агак паду. Thank you.
Подожди. Ебать. Добавь Whitelist, пожалуйста. Попросите. Сейчас, попросите модеров, если есть на стриме. Хель там. Мне сейчас не очень удобно. Мне не очень удобно. Хуёво, блядь. Хуёво! Я один! Ужас. Ща-ща. Ща-ща-ща. Наш слоняр доклели. Если честно, я рад, что клоун в какой-то веке делает полезное дело. Уже вы заняты. Если я вас не вижу в Бриге, есть момент. Это вместо обуви. Курицу давно не ели, Вокс ставим на колени, Вокс уклу не хуй сосет, все СБ на клык берет. Курицу давно не ели, Вокса вставим на колени, Вокс уклу не хуй сосет, все СБ на клык берет, кроме людей и прочих. Обезьяна Чи-Чи-Чи продавала кирпичи, за веревку дернули и убила нахуй Вокса Еванова. Что за источник? Интересно выходит. Твой батя сосал мой банан в техах и говорил ки-ки-ки-ки. Бананчиком угости. Заключённый либо в первом. Воксы, Воксы, синдикат, каждая станция не рад. Воксы пошли на KFC, детей Голландстан спаси. Либо пусть не покидает пределом Брига. Не, не то. Вышел Воксы из тумана, достал ножик из арма, резнул свое яйцо. Yes. Бля, это неплохо, кстати, но я сейчас немножко переделаю. Да сейчас, подожди. Резнул свое яйцо. И как тут сюда попал? Бля, я не могу.
Блять, дополните, пацаны. Изанул свое яйцо. Приоритетное оповещение. Как был поднят в связи с кражей запасной карты Стефан Бржезин, капитан. На тутентуре. Хорош. Вышел Вакикс из тумана, достал ножик из кармана, резанул свое яйцо, нашел свое крыльцо. Я твою мать ебал, гнида. Пизда. Грубо. Бля, как цвет поменять? А вот, change color. Курица убита, в курятнике бардак, здесь побывал клоун и елдак. Хорош, тоже неплохо. Курица убита, в курятнике бардак, здесь побывал клоун и елдак. Не-не-не. Не-не-не, я рисую. Осторожнее, я слышал, они заразны. Хорошего стрима, Муня. Привет, Савина. И тебе тоже приятного просмотра. Так. У вас из спермы сбежали. Похоже. А раньше больше делали. Че? Ча. Ча. Это искусство! Ебать его рот! Он должен прямо сейчас же принять христианство! В тех охуениях. Действительно! Давай в стиле Хоку. В небе такая луна, словно станция от Воксов взяла. Белеет свежий труп. Блять, никто не хочет протестовать против Фокса. Бугер, залог в победе! Муравьи нахуй! Ты чё сделал? Бля, идите в Окиксы. Сейчас могу проходку взять? Да, но надо, чтобы вас кто-то вписал, ребята. Кто-то, чтобы вас вписал. Это прямо обязательно. Нет, ну так не делается, капсы. Так дела не делаются, старичок.
Хитсу даю выбло! Побеждаю я так зло! Всех их на кол посажу! Станцию освобожу! Газба! Газба! Какого хрена? Это ты задашь вопрос! Когда состав СБУ вдеешь? А чё там? Одни воксы-хуесосы! На ники с ним. Че? На, блять! Воксу поебал его. Блять. Помоги, Джуля! Помоги! Они убьют меня! Убьют! Нет! Отвали от меня, срань! Отвали! Как называют сделать Вокса хорошим? Зажарь во фритюре? Больно было! Ай, блядь! Меня убьют, Воксе! Помогите! Сегодня я, завтра вы. Позор! Позор! Позор, ебаната! Кричите, Арчи! Ничего. Он у меня в попке. Залезешь! Давай, хули ты! Тут-то залупа! Тут-то залупа! Тут-то залупа! Детектив надо, что? Чичек, кто теперь мелкий и слабый? Люди, помогите! Умоляю! Умоляю! Сидит, гадина! Умоляю, люди, спасите! Ну так где побои? Данный клоун! Где костя? Магистрат! Напал на офицера! Магистрат! И опять мы видели, магистр! По одному. Эй, маги! Тут что за лупа, это что-то на финском? Это так воксы, блять. Называются тут-то за лупа. Ну, на вам лоре. Ну, было, было. Лора не будет, наверное, принять. Пошли в ферму. Сука! Вы слабые гондоны! Вы не можете меня освободить! Потому что боитесь! Ладно, клоун, говори. Вы боитесь меня! Боитесь мяса! Кик-кик-кик! Боитесь! Мясо, как ты, блин! Ничего говорить! В жопу себе кикикни! Давай, его нельзя бояться! Гнай! Гнай! Ладно, все уже, похуй на кричалки, парни. Садить его! Цоки блядские! Меня освободил полтовардин и магистр... Но они меня бить начали! За кричалки! Чё забыл? Я в ответ дал! Кстати... Я же не лох! Что-что? Ебать! Воксов! Митинг!
По мне вообще записи нету. Курица убитый, в курятнике бардак. Здесь побывал клоун и елдак. Клоун, у меня к тебе предложение. Че? Вот этот. Хотел бы влиться в ваш коллектив. Ну-ка, подожди, сидят клоуны на стуле, жарят Фокса во фритюре. Много плакал и орял, все равно он в суп попал. Неплохо. Сидят клоуны на стуле, жарят Фокса во фритюре. Много плакал и орал, и все равно он в суп попал. Скажу лично, но надеюсь, ты сделаешь все правильно. Какие? Слушаю. Так. Мы можем обеспечить. Не мешай. Этого в перму. Это уже на глаз. СБ! Не смотрите на этих мразей! Ферм. Увольняйте их нахуй! Окей. Если бы не ваши разборки. Им место на тут-то залупе! Тут-то залупа! Ваш дом родной! Вокс, ебанат! Двигай домой! Долго мы жили под гнетом пернатных! А мы его ждали. Капан. Но сейчас вы, бляди, получите членов мохнатых! За людей! Магистрат, вы разберетесь... Видишь Вокса? Клоун. Бей вибала! Блять, приятного стрима. Давай, давай, Реф Хекс, доброй ночи. Давай, давай, спасибо большое тебе за поддержку. Отдыхай. Воксо! Видишь Вокса? Че он гуляет? Бей вибала! Я ебать, вы Воксов! Дох в конца! Блять! Ебал из рады, который пытается разрулить. Туда их, блядь. Давай. Блядь. Нормально, нормально. Спасибо. Нормально. Не. На форсажике реально. Не кисни. Да все нормально. Да все нормально. Живем. Надо Воксов разъебать. Ам. Это что такое?
На случай чего! Папа! Понял! Меф. Меф. Жри. Ебать. Шуля, как всегда. Ну да. Оповещение от глава персонала с деск на станции. Если девчонки нажмут, то кто разрывнует? Это повод всем помолиться за здравие и упокоение умерших. Да хранит нас создатель. Глава персонала Молгу. Блин. Не слышу. Сандристан реально. Не слышу. Рюкзак верните! Верните! Да! Ебать, корёжит экран жестко вообще, на самом деле. Ебать! Ай! Я улыбался. Ой, прости. Я понял. Гнида. Бля, прикол хороший, кстати. Это новый РНД, типа, да? Вроде залили туда. Новый РНД. Ты в компьютерные игры играл? Да. Играл. Вот этот сатана тебя и душит. Компьютерные игры — это беснование, это демон. Вокиксы — это курицы. 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 Отпусти! Отпусти меня, блядь! Пошел нахуй! Сука, я убью себя! Отпусти меня! Тварина! Вы бляди! Поцелуй меня! Вы не должны работать в СБ! Куда целовать? Киклю, ёпта! Давай! Руки освободи! Нахуй тебе руки ки! Ты еще делать будешь? Я не так ты! Обнять еще! Позитивный раунд, это правда. Не обнимать не надо! А то по этому статусу. Приоритет.
приоритетное оповещение. Новая цель БСА артиллерия. Стефан Бржезин, капитан. Давай руки освобождай! И поцелубил. Без руки давай! Без руки не буду! Руки давай! Спасибо, Кэп! Не знаю. И я тебя засосу. Согласен. Что ж, готово. Ну, не засосу. С язычком! Это уже с язычком? Давай, блядь. Давай. Давай, блядь! Ты, похоже, после пизде. Нахуй надо? Лучше сиди. Блядь, свин! Хуже курицы, ёпта! Никаких ЕРП-артов, ребята. Никаких ЕРП-артов. Тварина! Я забыл статьи. Наручники, блядь! Отсигни! Я тоже вчера на Бусь смотрел, ты показывал на стриме ЕРП-арты. Серьезно? Я показывал на стриме ЕРП-арты, когда это было. Мелька, спасибо за мемы, не увидел. Спасибо, дружище, только сейчас заметил. Спасибо огромное. Огромное, thank you. Только сейчас заметил. Спасибки. Спасибки. Может, то, что Шуля генерил? Ты же не будешь убегать! Ня! Выпусти. Да, нормально завернул, нормально. От души. Хорошо завернул. Инженеров к Чикаго. Братья, я свободен. У меня твои курицы. Поздравляю. Рюкзак забрали. Рацию забрали. Свободу забрали. Все забрали! А это хуйло! На свободе! Не надо было херней страдать. А мы свободны! Убью тебя нахуй! Гной ебаный! Получай! Ки-ки-ки-ки-ки-ки! Ки-ки-ки-ки-ки! Да схуяли! Сосать! Гнида! Лёжа нахуй! Магистрат тоже Вокс? Бля, это же дверь ломается уже вообще. Пиздец, ну так сидеть. 15 минут, чуваки. Ну посидим. Что нам еще поделать, да? Что нам еще поделать?
Ой, блядь. Теперь заебешься надо окно, но уже поздно. Да, придется сидеть, ждать. Ладно, пока чуваков подписываю. Подписываю ребят пока. Или там уже вписали. Давай повписываю. А, уже вписали, ну то заебись. Заебись. Расписали, круто. Клево, круто. Круто, клево. Даже рацию не насрали. Рисовича, кому ты даешь проходки, типа, я этих Let's людей... go, давай, еще я чуть-чуть. Я их даже не знаю, даже в чате нет. Кто это такие? Потерпеть, но потом потерпеть, собраться, потерпеть, доказать себе и всем остальным, что ты можешь потерпеть. Кто это? Ты даешь проходки людям? А что это за люди вообще? Я даже, блядь, в душе не ебу, кто это. Мои друзья. Блин, ну они хотя бы, нет, старичок, так не будут проходки работать. Надо, чтобы они хотя в чате появлялись. То сейчас повписываем, блядь, забаненных. Не-не-не. Не ебу. Смотрите, пожалуйста, ребята, пожалуйста, кого вписываем. Надо хотя бы твич юзеров, типа. Чтобы челы были ознакомлены. Они не забанены. Ну я же этого не знаю. Я же даже не вижу их учетной записи. Бля. Почему Варден не делает свою работу? Продает через фанпэй проходки. Клоун, я не понимаю. Давай так. Сань! Хороший Сань! Анекдот. Я отказываюсь от переговоров! Санёк! И срок твой станет меньше. Привет. Бля! У меня нет настроения на Никуи! Не трогайте клоуна. К сожалению. Я сижу. Магистрат! Во время зачтения приговора судья зевнул, поэтому подсудимый не знает, когда именно закончится его 12 лет! Норм? Норм! Бля, как он хорошо норм говорит. Ладно, и правда, норм! Давай выпускай, ёпта! Давай выпускай! Нихуя ты! Хорош, магистрат! Тут пшикалка была! Где она? Бокса выпустил. Урли. Клоуна выпустил. Какого хуя? Чё? Охуенно. Давай. Еле ебаш. Давай. Давай! Еще! Еще раз, нахуй! Бля, чё? Я сижу. Рюкзак мой верните.
и вещи мои. У тебя за спиной рюкзак. Сеча! Это второй. Я только что увидел голову. Это второй! Мой у вас! Пойду посмотрю. Демс. И рюкзак. Где Мим? Нам нахуй. Ебать. Бля, не успел. Вот кого я вписывал. Бля, ну first message time, типа, старичок. Ну, заебись, конечно. Ладно, я впишу его. Нет проблем. Так. Трахнул меня, ёбаный клоун. Сука. Бля, паркур. Не перестану повторять! Ебать, воксов! Ебать! Отслеживать 4 декабря до 3. Ну ладно. Ладно. Мим! Что, простите? Изгоните! И меня нахуй! Я ебал на такой станции! Я не знаю, что это пшикалка, Лагис, но это очень мемная пшикалка. Вообще-то. Мемесная. Мемесная. Скажу честно. Рейби штучка. Блядь! Это пиздец, это факты, блядь. Это факты. Сука, блядь! Мы делаем работу! Пизда вакиксам! Помню, как ты играл на пипенгере с топором и болтом каким-то, вот бы его сейчас. Слушай, эта переделка, которую я использовал, она тоже очень ничего такая, кстати говоря. Вообще заебись прям. Прям вообще заебись. Ужас. 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 У меня в которой была граната в детективной. Я тебе насчитаю 35 лет, еблан! Да ты с рецидивом еще и с гранатой! Где еще убираться? 2, 106, 301, 305.
гранатой. Покажи. Мясной сидели. Докажи. Покажи. Докажи. Декик доказал. Что? Бумагой можешь свой куриный зад потереть. Оформить его. Камеру. Угу. А сам поставил. Слышишь, виднее. Актеры, берегите. Освобождает от ответственности. Пиздос, блядь. Пиздос. Ой, блядь. Что с моим сотрудником? Каким? Ебут меня. Отпечатки на ней. Ебут. Отец. Наступает время Нормандии. Да не, Нормандия отдыхает. Но не надейте, это не буду уголовно. Тысяча нарушений. Тысяча миллион на подходе. Я не предавал Христоя. Каждой твари есть место. Не предавал. Но не ему. 306. Ты перчатки себе оставишь. Камеру. Согласен! Каждой твари! Но не ебаный воксом! Может заменить заключение на службу в церкви. Блять, курицы эволюционировали! Надо сорвать ему маску, а это пиздец! Все обладаете только вы! Дожили нахуй! Идем. Пусти! Отпустите клоуна служить Христу. Кудах-тах-тах! Петухи запели! Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах! Воксы на пределе! Я не кудах-тах-тах! Петухи запели! Кудах-тах-тах! Воксы на пределе! Меня бьёй! Бью! Магистрат! Вы что? Магистрат! Магистрат! Это даже не удар! Прекратить! Магистрат! Меня бьют, воксы! Каждый достоин жизни! Кудах-тах-тах! Петухи запели! Кудах-тах-тах! Воксы на пределе! Петушиная драка, блядь, реально. Магистрат. Раньше были вульфы, теперь курицы. Времена поменялись, ребята. По статьям и все. Ну тогда пусть сидит. Поцелуй мою залупу! Поцелуй меня в жопу! Бля, ВСБ интересно, что говорит ли на бортках тутких раундов? Я думаю, это руфл раунд. Что вы думаете? СБ... СБ, типа, не всегда ж такое. Когда вы видели столько воксов на СБ? Я думаю, это рафлянки, ребята. Он неисправимый. Я думаю, это все рафлянки. Андрюша Вав, спасибо большое за рейд. Ребята, всех приветствую. Здорово, рейдеры. Здорово, здорово, ребята. Почему уж? Если только в юбке. Здорово, здорово, ребят. Слава Творцу нашему! Это бывает наказание, но не в Риге. Заключение или штраф. Я не должен вас учить, КЗ. Но походу приходится. Заклинаю курей ебаных! Вампир Шахтер. Сосед. Хоть жопы ваши взорвутся. Лаву бы закрыть. Жопы взорвутся.
твоя! Гвардия! Тебе хочу доказать на всякий! Что у меня есть? Пиздец! Чисто! Блять, почему курица на свободе, блин? А я сижу. Ладно, мы пиздец. Я получил свое мясо! Вырвал из его лап. Отпусти меня, урод, бля! Никико! Красный, сука, пернатый! Будет день, тварь! Будет час! Вас всех, надеюсь, суки, на тут-то залупу отправят! Вот увидишь! Вот увидишь! Знаешь что, хой! Сгнивай! За все! Я вот! Вокс, хуесос! Чья идея была назвать ковчег тут-то за лупой? Тоня писал. Его идея была. Тут-то за лупа. Тут-то за лупа, вдумайтесь, да? Тут-то за лупа. Это вообще пиздос. Бля, чё у меня, чё с персом? Ну все, сука! Убивает Вокс, помогите! Пиздец! Помогите! В тюрьме! Лежать, мясо! Лежать! Можете что-то выдать мне для... Вокс убивает! Здорово. Здорово. Пересел со старого ПК Гиперпень 1050 и жесткий диск с моником 1080p на новый Рязань 7500F, 4070T, SSD 7К, чтение записи 2К моник. Будто семерки в звездолет запрыгнул. Вахуя. Ой, поздравляю, старик, это все очень круто, когда вот такая вот история. Это очень круто. Помолитесь за его. Они меня бьют! Надо ждать, вот этот вот красный! Гвардия, пусть Миша. Слышишь? Вокс курьер в бегах. Его отсюда. Куда? Когда Миднайт будет? ХЗ, Миднайт тоже пока в отпуске. Те в отпуске. Когда третью главу допишу комикса, дай будет. Когда Юстас за него сядет вообще. Тогда я, может быть, буду. Слышал, пятки конил. Окей. Пошли. Пойди-то кто? Выйди. А то посажу. Хлопушки, в смысле что? Я слушаю тебя. Бля. Клоник, вот видишь, делать, остальные только воздух гонять умеют. Да бля. Мне кажется, весь раунд СБшником нахуй замутил.
Похороните на закойкой камеры. Меня. Я умираю. Я не могу жить в мире. Отпусти меня. Когда вокруг грёбаные вокиксы? В церкви он найдет паук. Он будет моим личным. Успокойся, страдалец. Тихо. Через боль. И страдания! Клоун, хватит! Нет! Изгоните меня! Смотри, помогите, клоун! Ебать! Давай! А худов-то нету, блядь. А худов-то нету. А худов-то нету. Ты охуел, блядь. Я же только помочь. Блядь, ну как? Бля, придется его захуярить, похоже. Убью, блядь. Убью! Меня! Блядь, кровь пошла нахуй. Глава персонала Дисклоун, вернитесь и примите свое наказание. Вы не можете вечно бежать от своей природы. Подумайте о спасении своей души и вашей судьбе в загробном мире. Глава персонала Моу. Я умру! Как великий мученик! И попаду в рай! А вы все сдохнете! Я не могу жить на станции, где воксы правят! Аня. Сука, блядь. Пиздец. Станция стала религиозным пристанищем. Тут, блядь, воксы правят. Блядь, правят воксы. Я отказываюсь от клоуна как раба и отрекаю его от христианства. Его душа попадет в ад, а тело продадут на органы. Шуляк, шубля, сильно. Не-не, этой кошке идет.
вы, твари дрожащие? Или право имеете на свободу от гнета пернатых ублюдков? Сегодня этот мир прогнил. Сегодня эта станция показала в очередной раз, что не способна бороться. Вы все просто молчащие единицы. Вы даже не личности, вы всего лишь ячейки грязного общества, которое забыло, что такое свобода. Yes. Вы все просто ячейки. Вы никто и звать вас никак. Вами правят воксы, вами правят корпорации. Все, что вы можете делать, это молчать и молча кивать, когда вы видите несправедливость. Вы все трусы, боитесь собственной тени. Я хочу покинуть этот мир. Включи рацию. Дай сказать. Так оказалось, эту пиццу и моих чего с пангалактиком. Помогите! Она в Киквирсина. Вот. А сначала нет. На стене ключи. Кто вы, тварь, дрожащий правил медицинской свободы, где-то антипасточных ублюдков, сегодня чат прогнил, сегодня это общество в очередной раз показало, что не способно бороться. Вы все просто здорово. Получающие единицы, вы даже не личности, вы всего лишь ячейки грязного общества, которое забыло, что такое свобода. Видел всех вас наизнанку. Я видел этот мир, видел все в этом мире. И знаете, что я могу сказать? Ты устроишь фейерверк на суде клоун. Блять, что он не говорит? Сука, блять. Сука, блять! Вы все просто ячейки. Вы никто и звать вас никак. Вами правят воксы, вами правят корпорации. Все, что вы можете делать, это молчать и молча кивать, когда вы видите. Несправедливость! Вы все трусы, боитесь собственной тени! Я хочу покинуть этот мир! Мир полный дерьма, зная, что я живу с такими людьми, как вы! Сегодня день, когда человечество и цивилизованное общество доказало, что все, что оно может, это жить под гнетом! Попрошу тишины! Вы все трусы!
Вас в отцы поставили раком, а вы не против. Всего. Вам нравится получать зад от воксов, от корпорации, от кого-либо еще. Да уже убей себя! Хватит срать в рацию! Но запомните! Запомните, твари! Я составил данное дело. Когда мир вывернется наизнанку, вы вспомните меня, вспомните мое имя, и тогда вы скажете Шича. Он был прав. Тишина в зале суда! Я Винсент Гарсия. А пока... Продолжайте быть рабами, следовать принципам, следовать кодексам и правилам, которые вам навязали. Дрожащие твари! Приговариваю данного клоуна. Оповещение от глава персонала с диски именем господа нашего Творца, с благословения святого отца Иоанна Шова, объявляю крестовый поход против вампирской нечисти на Лавале. Благопротивная мерзость будет искорена. Аплайн будет недоступен. Глава персонала Молгур. Да вы поняли, клоун, и нам всем насрать. Эй, ублюдки! Все люди, все герои смотрят на меня и улыбаются! А вам? Вам кто-нибудь улыбнется? Суд окончен. Вам улыбнется лишь Вокс, долбящий вас в задницу! Счастливо оставаться! Это твой шанс. Тише, сын мой! Мой шанс! Твои ошибки. И ошибки других. Я уже воспользовался своим шансом и проиграл! Будь у меня выбор! На этот раз я бы сделал все то же самое. Тебе помог. Новая жизнь начнется сейчас. Клоун и религиозник, это точно. Блять, что это нахуй? Посол, при каких монашек тебе прислали? Я ебал монашек. Сатана 666. Не вампиры. Сегодня вечером я буду в аду! Ёбаные твари! Там меня встретят как героя! А вы живите! Терпите! Молчите! Трусы! До чего довели? Парня! И что вы нам подсунули? Отсоси у меня! Забью нахуй! Сожгите его! Я тут суд! Клоуни демон! Цирк! Инженер Эксперт! Им завладел дьявол! Цирк! По башке! Я даже попкорн! Давай! Ой, блять! Одному нахуй! Шоу вышло из-под контроля. Это вот где клоун бушует. Чича было. Чича.
За свободу! За свободу всех! Лежать, мясо! Он твой. А магистрат где? Когда казнь? И тут еще хрен скажет, что лучше. Когда клоун убил его молотком. Сними эту маску. Сними ее с меня. Я не хочу больше под ней ходить. Я свободен. Да, тебе! Сними! Что это такое? Ебать. Ебаный ужас. Ты что за хуйня? О! Ебать. Он пропал нахуй. Ебать. Бойся. Бойся меня, тварь! Сявы! Бойтесь меня! Это пахнет жареным. И бол я! Он демон! Перебью вас всех! Это все эти сатанисты стрека! Как ебаную! Скотину! Бля, нихуя, круто! Мне админы дали! Вот это круто! Вот это круто. Это реально круто. Это реально круто. Вот так вот значит. Вот так вот да. Сейчас я вас, твари, буду резать! Да, конечно, дальше ты там такие проповеди говорил. Записи. Слушайте, хороший раунд вышел, блядь. Давно такого раунда не было, а? Прям, блядь, как старые добрые. Прям как старые добрые, реально. Ебать, смайл классный, KFC. Ебать, пошел этот. Челки тут для вас стараются. Раунд топ. Я даже ушлю родил, ну и кайфу ПРП. Проси два армблейда. Стоит. Ходите в размер. Поселуют в баню. О, вы слышите мой голос? Брат, не рыпайся. Это хорошо. Просто не рыпайся. Вставайте! Боритесь! Я скажу, что делать. Убивайте этих тварей! Блядь, нужна где-то кровка. Клоун стал демоном! Демоном, блядь. Он не мясо, пернатый! Надо копье сделать, блядь. Клоун стал демоном. Глава персонала. А зачем мы в красный куб пошли на лавале? Сука, не сопротивляйся, кретин. О, у меня банана тач еще появился. А вот ты, мясо, курица. Я ебал Вокса. Тебя казнят. Тики крик Акра. Демон! Я вас буду резать! Резать всех вас! Маска! Маска мне больше не нужна! Я не трус! Чтобы носить масаку! У меня банан точно не работает, магии нет. Да-да. Сдавайся! Сдаться! Мы
Я буду преследовать вас! Пока не вырежу! Всех до единого! Да, мне нужен no closes, наверное, да, чтобы у меня работал. Лаги, спасибо большое за ресап. Я не знаю, сказал, не сказал, старичок. Я не знаю. А вот. Вы называли меня клоуном. Волк Эргна. На клоуны. Тут только вы! Мы чтобы сделал тебе карту. Меха будем просить. Вот так заебись, кстати. Бля, охуенно. Ух ты. Ну, спасибо. Опять равнять. Уж ну ждите скоро, если ушля согласует. Спасибо тебе большое за 900, дружище. Спасибо огромное. За ваши ебаные действия. Генетику. Ну что вы? Ушля. Ушля. За бинги, да, надо. Угу. Мои уши. Ты. Ебучие воксы. Я проклял тебя. Ожидай святую инквизицию. Тебе пест. Да иди нахуй. Ебать ещё. Ничего не бойся! В борьбе! Убивай этих тварей! Убивай их! И клянусь! Завтра ты очнешься в раю! Без воксов! И прочей нечисти. Даю слово. У вас проблемы. Глава персонала с дисплея. Ты тот. Поход окончен. Хаплайн снова. Винсент! Глава персонала Могу. Ви! Эй, ви! 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 Ты тот. Вот четвертый скилл, телепорт меня появился. А, ослепление. Слушай, такое дело. Кислота. Я типа жил обычным клоуном,
хуёв моё. А потом Воксы на станции, вся херня. И я понял, что вокруг меня одни трусы. Обратите внимание ну на... Ну и типа. Мой статус. Я стал что-то полубогом. Я... О. И вот значит... Я буду теперь вершить очень правосудие. Интересная консоль. Найду бензопилу. И буду резать. Буду резать их все. Бля, бензопилу бы реально. Слушай. Конечно, не знаю, кто я теперь такой. Но бензопилы мне, пиздец, не хватает. Принц Эранды. Алло. Бля, бензопилу бы реально. Держи биту. Сойдет. Воксы ебучие. Согласен. Проверь на мишке, пойди, ты можешь жрать. А я не могу больше уходить почему-то в инвиз. You may not items. А, я не могу с предметами уходить, блядь. Я не могу с предметами уходить. Бля, это хуёво. Балансно на самом деле. Я могу жрать. На мыши надо проверить. Армблейд бы. Джон Шов умер. Я не могу бить. Проверьте Джона Шова. Жив ли он? Почему я не могу бить? Че, блядь? Сейчас вы помогите в первую. Бля, не могу уходить. Хули я синий стал. Красился, блять.
Бля, поесть надо где-то. Я не могу жрать, кстати. Они, блядь, мертвые должны быть. Бля, реально его жрать. Пример пропал. Ой, ребят, сори. Так убейте. Дело-ка собрался. Где локсы? Какие локсы? Где они, семь? Блин, Скарга. Где эти твари, семь? Ушли. Тварик! Блять. Сука, сам себя захуерил. Сука. Ген клоуна, ну. Ай-яй-яй-яй-яй, блять. Не, ебать хуёво, кстати. The emergency shuttle has been recalled. Это же где-то нахуй захилится. Я не знаю где. Бля, реально мед. А я в крите. Бля, Слава Абсолют умер. Стряска, блядь, я умираю в крите. Помогите. Бля, я не могу выйти даже. Я не могу выйти, я падаю просто в крит. Помогите. Помогите! Помогите, прошу! Я в вас не трону. Только в воксе. Мне нужны воксы. Да. Ты поможешь убить пауку. Это тема. Помогу, да. Вокса похавать принесли. Жди. Кровь убирайте. Простите. Так мне будет лучше. Да не демон я.
Я Пиппенгер! Баксикс! Ты идешь? Готова помочь. Ну, убить. Карга захвачена. Мы готовы сражаться. Какого? Актер НСБ. Бля, я даже не знаю, кто столько боксов взял, блядь, в раунд. Это ж пиздец. Ну, забавная ситка получилась. А вот этот что? Toggle Dark Shard. Что он делает? А, меч, блядь. Зачем, СБ? Зачем? Я же тебя не трогаю. Я трогаю воксов. Я теперь типа полубок полохуй. Я не знаю. С пауками бы помог. Лучше. Сначала перебью воксов. Блять, надо тебе жрать эти нахуй. Опять умираю, блять. Я еще ослеп, блять. Сука, куда лететь? Это в РНД сейчас. Имя я. Сено может похавать, но там, блядь, крови нет. Давай, 8-5, 8-5. Доброй ночи, старина. Я меч убивает, когда ты в кровь уходишь. А, серьезно? Я не знал. Блядь, труп нужен. Я возьму баллон нормальный. Сопра. Там бы есть. Сейчас получше должен стать. Блять, нет, глаза все похоже. Глаза все. Сила пива со мной. 8 бич, привет. Мне нужен акулин. Эй! Сестра! Медсестра! Там нужно комбо ударов провести, чтобы чело в чело. У меня сейчас чело разбили. Какой, а какое комбо, подскажите? Оповещение от главы персонала. Акулин есть? Покойного нашего батюшки, объявляя священную войну паукам. Акулин! Глава персонала Могу. Во! Дай похавать! Ебаные боксы! Бля!
там Челоморф и Бет. Жрать хочу, пиздец! Ищи оружие, Нима. Вообще. А я вам говорил, ГСП! Говорил! Ну все, РНД в пожарной тревоге. Рядом что-то рвануло. Говорил, пошли. Чтобы вы уволили тех воксов и наняли людей! А ты не слушал. Не слушал. А я говорил. Говорил тебе! Что за звуки в бошке? Эй! Эй, я тут! Это все воксы рылись! Эти твари! Они искали твои деньги! Хотели забрать себе! Все себе! Че за хуйня? Воксов нужно ебашить! Понимаешь? Прочь! Уйди! Оставь людей! Оставь людей! Балак. Бей воксов! Карга и тихий карга. Не людей! Воксов! Балак. Куриц! Понимаешь? Карасит. Бей куриц! Вот так. Иди я в Ниму. Ну ладно. Готовь жрать. Сейчас поиграем! За что его? За что? Его! У меня ствол! За что я? Ну я спрашиваю, за что? Здорово, Дидинсайд, привет. Здорово. Без понятия. Мэйд Ноэл, здравствуй. Это... Вылечи меня! Оповещение от Бритгера, развинчивайте трубы. Мари тебе. У меня голова сломана. Молимся. Ну, глава персонала Малу. Только шить. Потом найду тебя. Так, а где эта святая братва, блядь? Нет. Оставь его.
Оставьте его! Шатка. Да. Слышите? Да. Боксов! Да. Пизда! Ой. За работу! Ну так уже. Че он говорит, я стоял? И вдруг в голове мысль. Это был я! Не привык еще вот так прыгать, тошнит маленько! А ты кто таков будешь? Я! Охотник на воксов! Ложись. Понятно. Иди сюда! Да ёбану. Волк Эргна! Его жрать! Пиздить и жрать. Ну кто? Кто теперь мясо? Кто мясо? Скажи, вот. Скажи. Есть месть. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Да, можешь, конечно. Спасибо большое, Самаэлька. Спасибо огромное. Пиздец, блядь. Хорошо. Капитан, капитан! А вот если бы вы... уволили этих гнид! Если бы уволили! Все было бы так хорошо, капитан! Просто отлично. Понимаете? Не пойму. Вот и я не пойму. Мой офис поврежден. Я голос из вашей головы. Голос вашего разума. Вашей совести. Вашего страха. Вы трусы. Твою мать. И еще грязные, непостиранные трусы! Лишнее было. Не хватало еще такого. Уволь воксов! Отправь их на каторгу! Всех! Слышь, выходи. Пусти капельку крови. Быстро. И я покажусь. Вот коммунист стоит. Нет. Ебни по нему рапирой. А чё? А чё? Ну так что, капитанчик? Сейчас, ребятки, момент. Сука, прям передо мной наплевал. Я могу прям на тебя. Что это такое? Ебануть! Шут. Хороший вопрос.
закончились. Вы свободны! Да. Слуги! Руки свободны! У тебя консоль, дурак. А, через консоль же он не пробьет, точняк. Точняк. Ты мне ничего не сделаешь. База, он ничего не сделает. Моль! Я умираю! Помоги мне! Помоги мне! Моль! Итак, сойдет! Ты даже не говоришь! Будешь знать, хули! Поработай еще, пожалуйста! Хуесос! Привет. Иди. Моль! Разрывает. Я весь горю. Горю. Шей. Помоги мне. Тебе надо монитор укрыть, ты умираешь быстро. Да сейчас меня зашьют вроде как. Как я шепчу? Блять. Ну неплохой раундик, да, получился такой. Контентный, я бы сказал. Я бы сказал контентный. Прям. Прям есть чем заняться, блять. Топ РП. На луже крови появляется мужик полуголый. Хватает пациента целиком. Реакция молча, похлопать и уйти. Мне интересно, кто на моле. А как зовут? Вашу малё. Без понятия. Я его Моль или СМА зову. Понял. Простите. Сила. Хули резко все исчезли. Я не контролирую ее. Я не слышу! Отгоняй другого демона от нас. Демоны вас не тронут! Они слуги! Я им сказал! Угу. Ебашьте курей! Почти не Мита нужно дать. И все. Курей заебашелихт! Хэдэдэ! Прикольные тембой факты. Однажды тебе придется ответить за свои деяния, и Господь не будет так милостив.
Блять, кто был на моле? Как его звали вообще? Кто это, блять? Челики. Нет слов. Одни скучали. Эмоции. Откуда голос? Я не демон. Я голос. Из темноты. Они служат мне. Голова. Слуги. Вы свободны. Вы можете идти. Воксы мертвы. Муня, спасибо за раунд. Вау. Это просто прекрасно. Ламбергтер, спасибо тебе большое за 500 рублей. Да я сам в шоке. Давно таких раундов не было, вообще прям. Прям давно не было. Беглец из пространства информационной реальности. Я даже не знаю, кто это, блядь. 5 утра, станков все идет, идет. Голова. А вот он. Кто это? Я даже не знаю, кто это. Гурдуша. Я не знаю, кто сука. Это. Сука. Ну, знакомый Сикей, но я не знаю, кто это. Раскалывается. Я не знаю, кто это. Я не знаю, кто это. Где? Вот вам таблеточку. Где я? Голова болит. Эй, Марь! Марь! Подлечите. Ты слышишь меня? Опа, в кор проснулся, ебать. Доброе утро. Давай, ебать! Ой-ой-ой. Опять равнять. Ё-моё, Санель, спасибо большое. Вы великий уравнитель. Спасибо тебе большое. Пройдет. Спасибо огромное. И Ламбергтер, здравствуй. Первое сообщение, ничего себе. Ничего себе. Вы не под карго. Здравствуйте. Техах между карго и инженеркой. Стой. Вернел умирает. Но. Я возьму. В Эренде его. Да нет в Эренде. Кто это? Перевяжи меня. Игра такая брюрная, а у меня со зрением что-то. Мужик. Имя. Да не, нормально, Вольтик. Я же под эндергосом. Нормально. Я ее Ричард не нашел. Говорят. Да, похоже, нет.
Найдите Ричарда! Принято. Трахните! Тут теперь пизда с какой неуклюжей из-за вас всех. Тамилу верните! Он человек. Фокс! Да. Тебе стало интересно, что я на покере буду, что там сейчас реально заруба 1-1 будет? А, я как-то не особо смотрел. Нет времени у меня. Пошли. Нет времени у меня. Как тебе меф? Да, прикольно. Пшикалка вообще охуенная. Очень классно. Пшикалка вообще имба. Они ее нашли. И ищут. Я разочарован в людях! Случаем не ты меня побил в хирургии. Не так давно. Не я. Я не трогаю никого. Кроме Вакиксов. Не она. Вакиксы. Они ужасны. Они ответили. По должности. Шахтер. Идет как шахтер. Ясно, ладно. Ищите! Санрайз, брю! Вставай, залупка! Вставай! Бля, уже заканчивает раунд, я думаю. Не встает! Хорошо, что у меня язык без костей. Мы поднимем. Магия не работает. Ого. Эй! Ты слышишь меня? Карга пушки прибли. Ты пытался помочь. Но не уволили Вакиксов! По чекму так нахуй! Кричик и так has died. Еще один отправился в небытие. Сейчас подзатянулся, ну так... Сколько раунд идет уже? Ребята, 2,5 часа, да уже сейчас пора уже все. Пора уже заканчивать. Раунд хороший. Вот и шаттл. Вы боитесь! Я чувствую это! Страх не поможет вам! Боритесь! До конца! Блин, там бармен стоит, гигачат, блядь. Все это время. Блять. Кто его так? Я Джокер. Джокерге. Я игрок. Я хаос. А я не, это не типа бан, не-не-не-не-не, это не типа бан, это просто у меня почему-то оповещалки вот, вот так вот работают. Рокер-гей. Ты че творишь?
Ух, ебать. А что? А, это ебать, тут лоза, блядь. ОСБ Борг, ебать, они у нас есть? Ред ЕРТ. Или это ЕРТ Борги теперь? Моя миссия выполнена. Голова. Я хочу умереть. Болит. Убейте меня. Дайте приказ. Убейте меня. Я, походу, пил ран пропустил, смотрел, пока был митинг. Когда вернулся, уже какая-то жесть сейчас, блядь, посмотри полностью, не пожалеешь. Кстати, уже умереть, блядь. Убейте меня. Достаточно, хер с ней. Я сделал все, что мог. Убейте. Проходите в отбытие и готовьтесь к эвакуации. Цукум справа сверху призрак. А. Я могу только помочь. Капитан, блядь. Открывайте! Хочешь стать бессмертным? Нет. Нет! Не соглашайся. Моя миссия выполнена! Прощайте! Кажется, он уже ушел. Бля, прикольно, я не знал, что Сукумба это реально последнее слово. Очень круто. Очень круто. Очень клево. Почему столько? Охуенно. Приоритетное оповещение. В отбытии нет кислорода. Захватите маски и бегом на шахту. Все начиналось с буллинга коммуняки. Бля, да раунд вообще. За что? На шахту идем. Вот, это наш свет, наш слава абсолют. Это наш как это сказать, последователь. Она хотела подчинить его. Это наш верный последователь. Да, будет. Да. Да, стрим не завершается. Это единственный выход. Она некромант. За что? А что, воксы-то в итоге победили? Да. Yes. Воксы были побеждены. В битве. Воксы были повержены, ребята. Так, сейчас пойду масло солю, ребята, и вернусь. Один момент. Приоритетное оповещение. Священная война против пауков выиграна. Улетаем на шаттле. Слава Творцу. Умолу, глава персонала. И агенты Синдикека. Да. У нас два вампира было на шахтах. Ой, какой перепиленный скелет, тебя захуярит.
Просто умер где-то в тоннелях. Боги забрали его! Пусти крови. Чутка. Не слушай. Дай выйти. Нет лишние разговоры. Вылетайте вместе с экипажем. Проверяйте поды. Ладно. Хрен знает, пец. Он не видел. Я слышал. Ничего уж на подах. Королева сбита. Королева сбита. Сука какая. Увы. Отлично. Я вернулся, ребята. Алло. Вот это я понимаю. Ждем в следующем раунде пол экипажа в офис. Проблема. Откуда этот СБ-борг вообще взялся? Вот дилемма. Нет зачета. Я опять очень голодна. Блин, ну серьезно, вот этот раунд прям повеял мне той старой станкой, которая была обычно. Серьезно. Вообще прям очень клево. Алло, алло. А ведь я не начинал драться. Это ОБР Борг. А, все, все. Я так и подумал, что у него надпись Red ERT 900. Могу также пшикалки каждый раз поделить, что парень. Они вообще пиздец суету наводят, эти вот, когда ты, блядь, можешь прыгать, это вообще прям охуенно. Быстрее только на тот свет, а я туда не пущу. Это прям реально охуенно. Ой, блин. Я вижу только космос. Знаю, раунд за коммуниста заигрался хорошо, полраунда политики на СНГ. А ты был на коммунисте? Я там против, я митинг устраивал, сначала против коммунистов, а потом уже против всех остальных, блин. Ну и раундик, ребята. Ну что, вам понравилось? Приоритетное оповещение. Нет никого, кроме Бога одного. Богу и глава персонала. Just a quiet Blackwater facility. Я в начале раунда такой, бля, мне с тобой еще разбираться. Теперь мне один вампир долбил другим вампиром дверь, чтобы выйти из изолятора, но в итоге нас обоих тупорил паук, ебать. Вы до всего, кстати, делись, их перебили демоны. Какой-то век он боролся за справедливость, но он велик.
великий мученик, ребята. Он великий мученик.